Греции. В одной из паломнических программ по святыням Греции полагается заезд и в такое святое место, где находится чудотворная икона Божьей Матери Сумела. Подробную историю о ней можете найти в интернете и других источниках. А вкратце скажу о том, что она была описана самим апостолом и евангелистом Лукой. Это три иконы, которые написал апостол Евангелист Лука с образа Божьей Матери еще при жизни. Она хранилась вместе с ним, и когда он принял мученический венец в возрасте 84 лет, здесь на Белоподвесе, он передал одному из своих учеников. Событие это позже, потом в 4 веке она хранилась в одном из храмов в Афинах, где священнику было откровение Матери Божией, то, что должно диакону, его племяннику, принять монашество. Принимает он монашество, он был голос Божией Матери о том, что икона должна быть перенесена. Вот. Здесь ангелы подняли эту икону, унесли в небо. Они не знали, где она находится. Предприняли поиски, пошли по всей Греции, по всем святым местам, были на Афоне даже. И нашли ее позже, отправились в Малую Азию. Проходили в Малой Азии и в одной из в расселе, не увидели свет, зашли туда, там находилась эта икона, которую сейчас подойдем. И там они организовывают монастырь. Также забыл чудотворный источник целебный. Там находилась она. Сейчас она здесь находится. Как она из-за проблемы вируса практически людей нет здесь для посещения, но обычно здесь очень многолюдно, приезжают не только со всех концов Греции, но со всего мира помолиться у чудотворной иконы Божьей Матери, да, где происходило множество исцелений. В этой часовеньке находится список этой иконы, написанной в 1839 году, и также частицы святых. Частицы святых епископов Григория Никосарийского, Фоки, Мартирия.
было в Кастане, оно находится в живописном месте, в горном. Немножко покажу. По программе паломнического маршрута после посещения чудотворной иконы Божией Матери Сумела предполагается переезд в монастырский комплекс Метеоры с заездом в поселок Вунена, кровоточивому дереву Николая Нового. Так что, если живы будем, Богу угодно, у кого желание, возможность будет, приезжайте, организуем поездку. Контактные телефоны есть внизу в описании под видео. Бог помощь всем там, где вы есть и где будете.